Прямо в глаз. Ну что за ешь? Слушай, я заболел, короче. Вот. Не пью я лекарства, но так как у меня тут еще есть близкие, я такая думаю, можешь антигриппин выпить. Не хочу кого-то заражать. Всем на работы, тудым-судым, пятым-десятым. Так вот, что сейчас буду пить антигриппин. Вообще не хочу. Ну, выпью. Вообще плохо себя чувствую, ужасно. Конкретно стрессово. У меня прям вообще все плохо, как будто. Я как мужик болею. Чуть-чуть заболела и все. В коматозе. Мне лишь бы поныть. Все нормально. Все нормально будет. Так. Ну и фокус, как всегда. Не будем на это снимать вообще. Этот фуджик нужно кому-нибудь сдать или продать. Да, объявление. Авито. Авито онлайн. Ужас, в таком виде вообще в люди появляться не стоит. Ну заешь, слушай, ну дрянь редкостная. Вообще не советую. 0 из 10. Вот. А я уже развела стакан. Сейчас буду пить. Фу. Я бы не купила. Ну что, Заюш? Мне привезли еще мед классный. Башкирский. Такая бомба вообще. Башкирский мед. Вообще заебись. Смотри, мне даже легче стало. С маслом вообще супер. И с булкой. Наелась. И мне вообще классно. И вот это антигриппином бахнуло сверху. Я ненавижу эти все состояния и болезни. Да кто их вообще любит? У нас на улице, ты понимаешь, какая погода? Холодно капец и ветер сильный. Я вон сегодня вышел в этот... Платье пойти бабушкиной сестре донести, отдать. Я охуела от того, как холодно. Ветер все выдул. Вот такие вот пироги. А, он даже не хочет фокусироваться. Я тебя продам, я тебе сказал. Ты меня доведешь. Или отдам кому-нибудь, я вообще вам подарю. Разыграю на канале. Мне вообще не нравится на камеру снимать это все. Ну, картинка красивая. Вот, но геморрой еще тут. Я вот только некрасивая. Вот смотри на меня. Ты будешь вот... Знаешь, почему у меня просмотров нет? Потому что вот, мне похуй, как снимать. Так вот снимаю, вот все. Кому это нравится смотреть? Мне будет было неприятно такое смотреть, честно скажу. Я бы закрыла нахуй это видео, поставила бы дизлайк и вообще бы отписалась, блядь, от канала. Если бы такое увидела. Я вот на такое бы не стала смотреть, честно вам скажу. Так. А что? Еще этот красную горку привезли мне, так что завтра завтракать будем красной коркой. Не все так уж и плохо у нас, я вам честно скажу. Вот. Блять, как Ленин в мавзолее. Короче, лежу, думаю, понимаю то, что я надирать поболтать, когда я ужасно выгляжу, это я уже сейчас думаю. А до этого я знаешь, что думала? Что я даже поболеть нормально не могу. Я вот заболела, и мне бесит, что я болею, и мне нужно, чтобы я быстро выздоровела. А почему бы не поболеть, как нормальные люди, неделю, да, или 3 дня хотя бы? Куда меня так? Постоянно хочу все быстро, не могу терпеть и ждать. Ковид. Это вот знак, наверное, такой, поэтому. Все, я сейчас спать пойду. До свидания. Эй, уже утро. Сейчас будем выбирать новые вещи на весну. Я уже, в принципе, там вчера отобрала. Что-то я не могу найти. Где? Заюш, ты не видишь, где Шейн? Я чувствую себя уже лучше, но я больше не буду пить лекарства.
не вижу в них никакого смысла, если честно. Вчера просто прям тяжело было, я выпила. Сегодня уже полегче. Не знаю, не хочу продолжать. А может, выпью? Там осталось два Саши. Денек начался с красной порки, поэтому настроение у меня прекрасное. Так, ну смотри, сколько тут красивых вещей, Заюш. Мы сейчас что-нибудь подберем. Потом вы увидите луки. У меня такой стиль будет. Знаете, как американская девчонка. Вот. Так. Секси на весну. Может быть, еще немного спортивного, чего-то добавим. Даюш, весь день чихаю. Весь день. Вообще капец. Завтрак у меня такой сегодня бомбезный был. Прям. Няшка, вкусняшка. И корка красная, это мы любим. Хоть и рыбку жалко, но вкусно. Так. Я раньше, кстати, икру красную вообще не любила. Она казалась, рыбы воняет. То все. Вот выросла и полюбила. Знаете почему? Потому что я все детство ела черную икру. И красная для меня это была какая-то экзотика. Типа, ну, мой папа просто черной икрой занимался. И всегда я ела на завтрак черную икру, помню. Ну, теперь красную едим. Все. Блин, не могу. Сопли эти. Но я антигриппин не хочу пить вообще. Ну, может быть, не буду. Пускай организм поболеет, и все. Без разницы. Вот что ты пьешь эти лекарства, что не пьешь. В любом случае организму нужно время восстановиться и поболеть немного. Нельзя за один день вылечиться. Вот это вот я осознала, знаете, к 25 годам, наверное, то, что ну ты хоть расшибись в лепешку, но ты за один день не вылечишься. Если ты заболел, дай организму время, иммунной системе сработать и восстановиться. Вот, так что не мучайте себя тоже сильно, потому что есть люди, которые без... просто вот постоянно вкидывают лекарства и никак не могут успокоиться. Я таким не страдаю. Вот. Но раньше, я помню, даже когда на работу ходила, вот больная, я покупала себе всякую дрянь. А вот сейчас, допустим, я дома, я, наверное, не буду ничего пить. Ну, чай с медом. И нормальное питание, иммунитет сработает. Поняла, что надо постель убрать. А еще этот, еще себе луки на весну. И American Girl такой мне нравится весь. Вот поискала вот в этом приложении. И вот такие луки. Я решила, что буду выглядеть примерно так. Но опять же, смотря куда пойду. Но мне нравится. Еще бы мне такую вторую подружку, вообще было бы круто. Вот. Ну, подружки навряд ли у меня появятся. Просто мое подсознание, это я должна в школе, наверное, учиться. И там у меня будет такая подружка. Но ее нету. Вот.